Доброй традицией для горожан стала встреча Масленицы. Озорное веселого прощания зимой и встреча весны, несущие оживление в природе и солнечное тепло. В микрорайоне Сэм-поселка в первый масленичный день собралось немало горожан с семьями. Ребятишки и взрослые отгадывали нехитрые загадки зимушки зимы и радовали хозяйку весну участием в забавах и викторинах. Проси любого тут мальчонку, что лучше к чаю лишь? Не обошлось на празднике и без блинов, которые с удовольствием предложили всем участникам мероприятия хозяюшки Рыбницкого молодежного центра. Блины почитаются как символ Масленицы. Древние люди считали блин как символ солнца. Он, как и солнце, круглый, желтый и горячий. И верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества. Жителям микрорайона Сэм-поселок, можно сказать, повезло с Масленицей, потому что ни в одном микрорайоне Рыбницы не проводят ее так весело. В прошлом году не получилось в микрорайоне, потому что шел дождь, и мы отметили это прямо в зале. Но, естественно, когда нет музыки на микрорайоне, когда здесь нету красивых вот этих декораций, то, конечно же, в зал к нам пришли немного людей. Поэтому в прошлом году Масленица была. Может быть, лучше на сцене все было, все организованнее, но зато народу почти не было. Сегодня, в этом году, очень хорошо получилось, потому что много и народу было, и детей много пришло, и людей. И поэтому все, вот начало получилось. Я считаю, что получилось. Дети любят всегда игры, и пляски, соревнования, конкурсы веселые. Вот мы постарались все учесть. Благодаря двухчасовому праздничному мероприятию горожанам не пришлось скучать. Веселая программа заставила забыть о том, что на дворе минусовая температура. Каждый год здесь выступаю, и мне очень нравится, мне весело везде. И мне понравилось то, что собралось много народу. То, что они забыли этот праздник, не забыли то, что было еще тогда, когда то, что еще сохранилось с тех времен. Что люди не забывают этот праздник, что они относятся к нему, а просто так простой день. Я сегодня сделала на Масленице, танцевала, играла, мне очень понравилось. Баранки очень вкусная и очень интересная Масленица тем, что весна приходит всегда, и мы ее будем любить. Целую неделю рыбничане будут ходить в гости друг к другу, угощаться блинами, а в конце масленичных праздников чучело зимы будет сожжено. Не раз твой мать!